Доброго времени суток. С вами опять я, Геннадий Брусенский. И хочу вам показать следующее. Мало того, что сейчас 15 июня 2019 года. Это городок Ленгаспедстроя. Вот такой у нас июнь, ровно середина. Но я не зиму летнюю вам показываю. Я хочу вам показать белые ночи Уренгоя. Сейчас время ровно 0:30, то есть половина первого ночи. Недавно был в Санкт-Петербурге. Там я не увидел такого, хотя славятся белые ночи Питера. А здесь вот, пожалуйста, солнце только село, и сейчас оно будет уже вставать. Это Приполярье, до полярного круга тут буквально 100 км. То есть вот он, полярный день. Вот так это все выглядит. Вот так мы и ночуем. Кто мне не верит, может набрать в Яндексе, в Майле онлайн камера Новый Уренгой, главная площадь, и вы увидите ту же картину, что и я вам снимаю. Вот, послушайте, как хрустит снег летом. Зато хорошо, ни комариков нету, ни насекомых, никого. Все, до новых встреч.